Бухгалтер открытого акционерного общества «Остромечево» Людмила Стриха возможности проверить состояние здоровья, что называется, не отходя от рабочего места, очень рада. Женщина уверена, такая форма профилактики необходима. В первую очередь, как еще одно, далеко не лишнее, напоминание о том, что предупредить болезнь проще, чем потом лечить. Мне очень нравится, что приехали доктора к нам, но у нас еще в деревне есть такой вопрос, чтобы еще уговорить мужчин прийти на эту акцию, потому что женщины с удовольствием, конечно, подтянутся и придут и обследуются. Наверное, мужчины, что в деревне, что в городе, очень тяжелый на подъем, особенно пойти к доктору, это для них очень большая проблема. А так думаю, что да, очень много людей сегодня придет, обследуется по максимуму, все, что возможно, пройдет. Солидарны с мнением Людмилы Владимировны и ее коллеги. С раннего утра сотрудники предприятия спешили принять участие в акции. Кто-то пришел измерить давление и уровень сахара, кто-то за консультацией врача-специалиста. Были и те, кто решил сделать кардиограмму и проверить остроту зрения. По словам докторов, которые отвечают за здоровье жителей Остромечева ежедневно, ответственное отношение к данной теме постепенно становится нормой. Состояние здоровья своего участка я знаю очень хорошо, потому что почти всю жизнь проработала здесь. И иногда знаю не по фамилиям, а по болезням. И хочу отметить, что в последние годы, благодаря вот целенаправленной политике нашего государства на здоровый образ жизни, именно в сознании людей произошел существенный поворот на то, как сберечь свое здоровье, как его сохранить. В рамках акции ее участники имели возможность проверить работу не только сердечно-сосудистой системы, однако именно ей было уделено повышенное внимание. В нашей стране, как и во всем мире, болезни сердца и сосудов занимают первое место среди причин инвалидности и смертности. В Брестском районе порядка 10 тысяч человек состоят на особом контроле врачей. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний является одной из задач государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность». Поэтому вот мы проводим такого рода акции. Цель этих акций – привлечь работников предприятий, населения города Бреста и Брестского района к этой проблеме, чтобы люди были мотивированы на сохранение и укрепление здоровья, на здоровый образ жизни. Акция в Остромечево – только часть большого проекта. До конца года специалисты Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии организуют подобные мероприятия еще на нескольких предприятиях города над Бугом и района.